Так, я не пойму, где я. А, вон я подсечку делаю, ё-моё. О, все, пошел убиваться. Смотри, сейчас я его подсечкой. Ох ты, ё-моё. Все, убил меня, что ли так? Да, Дуда, плей. Так, смотрим, попробуем победить. Так, где я? Так, вот я слева вижу. Так, опа, на, получай. Сейчас как-нибудь мы попробуем. Ага, вот мечом его. Ё-моё, давай, щелкайся. О, перевернули его. Есть. Так, что там еще живой? Все, мы его, ребята, победили. Второй раунд. Так, смотрим. Ух ты. На тебе удар, сейчас я тебе сделаю. Опа. На. Давай, у меня же есть мечи. О, это я его щелкаю. Так, они как бы теневые такие, я не могу понять, где я. Все есть, я победил. You win. А, 90. Ух ты, сколько мне денег дали много. Я глава Ордена Ассасинов. Ты слишком ничтожен, чтобы сражаться со мной. Но твоя драка с Шином меня немного развлекла. До встречи. Акт 1. Перерождение. Привет, меня зовут Мэй. Я специалист по оружию и доспехам, а лучше в этих краях. Могу поработать на тебя? Конечно. Отличный выбор, а теперь твое снаряжение будет в идеальном состоянии, и я помогу тебе с любыми проблемами. И вот тебе мой первый совет. Ты можешь зарабатывать монеты в турнире. В каждой стадии противники все сильнее, но и приз больше. Ну давайте попробуем в турнир. Пойдем. Так, против кого? Против обезьяны. Угу. Раунд первый. А, у меня еще эти мечи-то у меня есть. Ух ты, подожди, что за обезьяна? На тебе. Офигеть, в натуре обезьяна. Смотри, какая она быстрая. О! На, получай. Ладно, у меня есть мечи. Ух ты, какой хитрый, а. Я тоже так умею, смотри. Да ты чё там это, прыгаешь-то? На, получай. Есть. Я теперь знаю несколько приемов. Последний удар. Все, обезьянка отдыхает. Сделали мы эту обезьянку. А, второй раунд. Два раунда будет, да? Ладно. Раз. А-а-а. Какой ты хитрый, а. Есть, подножку. Давай еще одну подножку сделаем. Есть. Давай, у меня много подножек есть. Еее. На, мечом тебе. Ох, нифига, круто. Все. Я победил, ребята. 48 монет мне дали. Shadow Flight. А, Мэй, ты великолепен. Зарабатывай монеты в турнире и покупай снаряжение, чтобы победить бойцов рыси. Неплохо, ты получил новый уровень. Твои умения возросли. Двойная подсечка, давайте изучим. Отправляйся в Додзи и попробуй новый прием. Хорошо. Так, где у нас Додзи? Вот Додзи, смотри. Так, давай. Значит, сделать двойную подсечку. Вниз и две ноги. А, ты можешь посмотреть все удары в профиле. Так, да подожди, я еще не изучил подсечку, вроде нормально. Он меня, смотри, куда-то тащит. Обрати внимание, что блок ставится автоматически, если ты не делаешь другой прием. Посмотреть. Ага. А теперь вернись на карту и продолжи свой путь. Да подожди ты с этой картой, я еще не понял, как блок ставить. Ага. А, ну просто блок ставится вот таким способом. Так, куда он меня отправил? Назад. На против рыси, что ли? Ну давай, в бой. Ничтожество, ты решил потягаться со мной? Я же раздавлю тебя, кирпич какой-то. Ты уверен? У этого боя сложность невозможна. Это значит, что у тебя почти нет шансов. Ну ладно, давай этот. А позже тогда. Давай зайдем в турнир. А, попробуем в турнире. Ух ты, жало. Офигеть. Вот это противничек.
Так, а я буду сейчас двойную подсечку делать. Тихо-тихо, жало. Подожди. Я подсечку хочу сделать, алло. Так, я не пойму, где я. А, вон я подсечку делаю, ё-моё. Ох ты, она не хочет рыбку на подсечку мою попадать. Ладно. О, она меня щелкнула. На, получай, вонючка. Сейчас я тебя щелкну. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Двойная подсечка, где моя двойная подсечка? Опа, удар есть, смотри. На. Есть, уничтожили мы их. Жало. Так, ну будет второй раунд, да. Второй раунд, ребята. Fly, fight. Деремся. Ух ты, как я умею, нифига. Опа. На, перевернули мы ее. Так, давай двойную подсечку. О, кто кого, кто кого. О, двойная подсечка работает, ребята. О, фига, критический удар. На, получай. Сейчас мы ее щелкнем. А, все, выиграли. Выиграли, ребята. Заработали 95 монет. Отправляемся. А тебе нравится Shadow Play? Ребята, нажмем нет. Давай, никогда, чтобы не выходить в интернет, зачем? Так, перерождение. А, это у нас карта такая. Оса. А, с осой я не могу, да, драться, пока я здесь вот этого не побил. Ладненько. Ну давайте попробуем сразиться. Написано невозможно. А, против вот этого, что ли? А почему невозможно? Здесь просто против кирпича, что ли? Сейчас проверим. Так, вот он, кирпич. Ух ты, тихо-тихо-тихо. О, он меня завалил. Так, сейчас я тебе сделаю двойную подсечку, подожди. А в смысле, он меня убил, что ли, уже? Так быстро? Я не понял. На, получи двойную подсечку. Смотри, как он просто... Я сколько ударов наношу, он не убивается. Смотри. О, все, пошел убиваться. Смотри, сейчас я его подсечкой. Ох ты, ё-моё. Все, убил меня, что ли, так? Да, достаточно он сильный. Просто царапина написана. Так, ну что, новое достижение у меня? Просто царапина. Так, еще и две монетки я заработал. Хорошо. Хорошо. Мэй, боюсь, что ты не сможешь победить кирпича с таким снаряжением. А отправляйся в турнир и заработай денег на новый доспех. Ты сможешь. На новый доспех. Ну ладно, что ж, отправляемся в турнир. Заработаем на новый доспех. Шутница. Ё-моё. Проверим, посмотрим. Бой, бой, атака. Файт. Деремся. Ух ти 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 ти. Какая ты шустрая. Подожди. Вот это шутница. Так, сделаем сейчас двойную подсечку. Да, шутница, смотри, сильная. Она меня убила. Офигеть. Офигеть. Так, быстро. Так, ладно, еще раз проверим. Да, ё-моё. Так, какая... Да ты чё, издеваешься, что ли, а? На, получай. Вот это у неё сила. Какая она быстрая, а? А, второй раз убила. Офигеть. Я даже не успел ничего сделать. Ладно. Окей. Так, ну у меня же деньги есть, я, может, что-нибудь могу уже купить. Ох, похоже, тебя сильно побили, а твое снаряжение бесполезно в этом турнире. Пора купить какой-нибудь доспех в магазине. Давай. Зайдем в магазин. А, такой вот Роба. Значит, смотри, дает удар, дает 22 защиту. А, ну давай примерить. И что? Примерить, примерили. Типа, можно купить. Вы уверены, что хотите купить? Ну давай купим. Все, робу мы купили. Так, а вот защита. Все, понятно. Да, ребята, ну что ж,
мы купили робу, поэтому в следующем уровне будем играть и побеждать. Ну, а ты подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, передавай привет и всем пока-пока, до новых версий серии.